Франция-Аргентина. Да. Красивая афиша для 1/8 финала, да, такой матч мог бы состояться где-то и повыше, да, по турнирной сетке. Но, увы, кто-то из команд Франция или Аргентина покинет чемпионат мира. Аргентина могла покинуть гораздо раньше, да, то есть уже на групповом этапе было много вопросов к игре Месси и его партнеров, но с горем пополам, как говорится, прошли. Францию вижу фаворитом. Поэтому поставлю на Францию. Победа Франции. А вам желаю удачи и правильных прогнозов.